Мы можем поговорить? Друг бы мне сейчас не помешал. Друзья приносят мне поесть. У тебя есть еда? Нет. Извини. Тогда мы не друзья. Иди отсюда. Я ищу чувака, который раньше устраивал гонки в Десане, ну и ставки тоже принимал. Может, знаешь, о ком я? Смотря, кто хочет это знать. Ну, я. Ты? Я тебя не знаю, чужак. Может, Макан пошел прогуляться с высокой колонны. Может, он троюродный брат моей бабки. Имени я не называл. Значит, ты и есть Макан. Я этого не говорил. Может, я о нем слышал, как и ты. Вы с Драодом друзья? О, Драод! Его нельзя подпускать к трассе. Я узнал, что он продает гонщикам синих элидий. Ты представляешь? Говорит, для повышения результативности. А я говорю, это жульничество. Другое измерение, другой спорт, а проблемы те же. Что у вас происходит с пришельцами? Ты кто, мистер любознательный? Ходишь, задаешь всем вопросы. Чем ты занимаешься в Десане? А это, знаешь, не твое дело. Сегодня я заведу себе новых друзей. Е-хей! А как же ты устроишь гонки, чтобы дроны не засекли? Мы знаем их маршрут полетов. Но даже если бы дронов не было, я бы все равно не смог устроить гонку. Что нужно для того, чтобы организовать гонки? Нам нужен, во-первых, Шамас, а во-вторых, здоровые ном-номы. Не кисни! Я тебе что, лампы? Ну, сейчас начнется. Все будет в порядке. Привет, я Катер Слейд. А ты? Меня зовут Надуул. Я бывший вождь Десана. А новый вождь кто? Пришельцы. Нашу деревню оккупировали. Прийти сюда может разве что дурак или тот, кто хочет обратиться. Ты который из них будешь? Моя бывшая сказала бы дурак. Я понимаю, это звучит дико, но меня сюда прислали йоды, кажется. Йоды? Они отвернулись от нас. Так что такое гварлампы? Тоже лампы, но с местным колоритом. Его варят здесь, в Десане. Оно известно своим плотным, насыщенным вкусом. Что-то вроде ирландского пива. Если пиво — это лампы, а ирландский значит местный, то да. С гварлампой работать становится чуть легче. И, скажем так, побочные эффекты скрашивают жизнь в оккупации. В чем заключается местный колорит? Рецепт гварлампы Драод держит в тайне от всех. Напомни, с кем мне поговорить про лекарства для ном-номов? Поговори с Драодом. Он в это время возится у себя в теплице. Итак, в чем проблема с вашими ном-номами? Ном-номы рождаются под водой с небольшим объемом левитационного газа внутри. С возрастом газовая железа расширяется, позволяя им покинуть море и взмыть в небо. К старости они поднимаются все выше и выше, пока не исчезают, достигнув лун. Я читал в одном свитке, что для создания газа ном-номы перерабатывают вещества, полученные из окружающей среды. Слишком много ценных подробностей, вождь. Я за тобой не поспеваю. Хочешь сказать, что ном-номы травятся ядовитым воздухом свалки? Да, свалка их медленно убивает. Мусор нужно убрать, и кто-то должен избавиться от бочек с ядовитыми отходами. Но свалка кишит кракетами, так что я мало что могу поделать.
Почему ты так переживаешь из-за ном-номов? Ном-номы — это то, на чем во многом держался дух нашей деревни. Если хочешь узнать больше, разыщи Макана. Чем ты занимался в этой деревне? Массивные колонны, на которых мы стоим, наполнены разными видами хелидия, самого ценного вещества на Адельфе. Мы бурили колонны и извлекали хелидий для собственных нужд. Так, похоже, добыча продолжается. Теперь мы рабы, вкалывающие по указке пришельцев. Мы слишком голодны и слабы, чтобы сопротивляться. Не знаю, как у тебя, у меня вечно настроение портится, когда в брюхе урчит от голода. Как бы нам тут всех немного взбодрить? Слишком поздно. Мы, считай, уже обратились. Я могу помочь вам разобраться со свалкой, но ты тоже должен почесать мне спинку, вождь. Я массажи делать никогда не умел. Поверь, мозолистые пальцы шахтера не принесут твоей спине облегчения. Мы поделимся с тобой сокровищами. Да-да, само собой. Кое-что я себе возьму, конечно, но речь о другом. Повлияй на местных, чтобы они начали мне доверять, хорошо? Их надо убедить, что мы на одной стороне. Перед чужаком, который хочет стать своим в Десане, открыты разные пути. Справься у Макана насчет гонок ном-номов. Стрелки переводишь на дуэл. Я ведь спрашиваю тебя. Да, и еще одно. Это очень важно. Скажи Макану, что тебя прислал Гамок. А? Кто такой Гамок? Это я. Не зная, можно ли тебе верить, я назвался вымышленным именем. Да это и не имя вовсе. Надуул — это то, что выковыривают из уха самым длинным ногтем. Так это из-за тебя я ходил и со всеми трепался про ушную серу. Ты еще пожалеешь, вождь. Просто скажи Макану, что ты поговорил с Гамоком. Запомни слова. Каар Милея Макан. Это его убедит. Насчет этого свитка про ном-номов, что ты читал. Он случайно не из Данойской библиотеки в Прокриане? Я собираю свитки для старого библиотекаря Курега. Ему слух совсем отказал. Он из Прокрианы, но... Послушай, я их собираю лишь за тем, чтобы старина Курек мог возродить библиотеку. Я взял его много лун назад. Я все знаю про штрафы за просрочку и догадываюсь, что вы тут в Десане не купаетесь в Заркинах. Так что не стану тебя разорять. Успокойся, Надуул. Ладно. Если поможешь мне со свалкой, я верну часть свитка. Часть свитка? А почему не весь? У меня осталась только часть. Остальное я съел. Вот до чего мы тут изголодались. Мама дорогая. Ладно, хоть что-то отдай. Что там с ном-номами? Некоторых так изранили, что они теперь никуда не годятся. Что за изуверы эти пришельцы? Оставьте бедных животных в покое. Ты можешь их подлечить? Я? Ты шутишь? Как я это сделаю? Но ведь кто-то наверняка на это способен. Может, Драот сумел бы подобрать лекарства. Как-то нас одолели глисты после того, как мы поели гнилых марагов. И Драот изготовил мазь, чтобы втирать в... Стоп, Надуул, это перебор. Я с ним поговорю. Перебор? Так называются глисты на вашем... Перебор означает слишком много информации. О, идея. Я поговорю с Драотом. Для чего вы используете хелидий? Много для чего. Таланы еще не нашли всех применений хелидию и, может, никогда не найдут. Согласно сказаниям, древние покинули Адельфу, так и не познав хелидий до конца, а ведь они прожили на этой планете намного дольше нашего. Наверное, за этим и пришельцы к вам на планету явились. Их интересуют тайные свойства хелидия. Некоторые его свойства известны всем. Хелидий причиняет боль и исцеляет. Может подарить радость или превратить жизнь в кошмар. Поговори с Бромом. Он все про хелидий знает. Скажи «Каар Милея Бром». Он поймет. Кто отдает тебе приказы? Никто, а что? Пришельцы машины без сущности. Их дроны следят за нами свысока и открывают огонь, если кто-то вздумает ослушаться.
Казалось бы, они уже должны были утолить свой аппетит, но нет. Чем больше хелидия мы добываем, тем больше они требуют. Даже животным приходится тяжко. Их ядовитые отходы отравляют наших ном-номов. Захватчики грязнее помоечных крыс. Я не совсем понимаю, о чем ты. Но если речь про домминаев, этих мерзких грызунов у нас не водится. Да, что-то вроде того. Но вообще, для помойки с токсичными отходами ваша деревенька выглядит довольно чистой. Пришельцы сбрасывают все отходы к подножью северо-восточной колонны. Это зловонная свалка, где рыскают свирепые кракеты. От этого хлама нужно избавиться. Но даже с работающими даоками трудно найти желающих обратиться раньше срока. Для начала я готов разобраться с кракетами. Можешь описать, как они выглядят? Можешь ли ты описать страх? Разве что в общих чертах. Мы с ним ни разу не встречались. Давай я тебя избавлю от твоего. Ты, видно, храбрец или умалишенный. В любом случае, чуток губительного излучения тебе не навредит. Если расчистишь эту свалку, десант будет у тебя в долгу. Уничтожь все бочки с отходами, какие... Погоди, о каком уровне токсичности мы говорим? Я не хочу светиться в темноте. Или все же хочу. А что, круто было бы. Но если серьезно, ради чего я должен в это лезть? Пришельцы выбрасывают на свалку самые разные полезные вещи. Помоги нам выкрасть эти сокровища, и мы поделимся ими с тобой. Это не воровство, когда взято на мусорке. Правило номер один в подворотнях Цинциннати. С меня уже достаточно переживаний. Не надо посвящать меня в твою личную трагедию. Ха, и то верно. Сосредоточимся на мусоре. Покеда! Надул. До сих пор смешно. Кармелия, Макан. И тебе того же, друг. А надул ничего. В каком смысле ничего? На вкус ничего? Что? Нет. Зачем мне его есть? Не стыдись. Некоторые в Десане до того оголодали, что и такое съедят. Ты серьезно? Ну, голод, я все понимаю, но в каннибализм зачем впадать? Да ладно, подумаешь. Жрал я гадости и похуже. Но мне надул нравится. Вот ты чудак. Твое имя что-нибудь означает? Макан — это клинок древних, которым можно было разрубить что угодно. Может, это просто миф, а может, потому что у меня такой острый ум. Клинок, серьезно? А меня Катер зовут. Это значит резчик. Ну, такое-то нелепое имя. Да брось, от Макана мало чем отличается. Извини, но Макан мне больше по душе. Что ты можешь рассказать про Десан? Раньше у нас здесь было очень весело, а теперь не особо. Есть нечего, но номов нельзя выпускать на трассу, а мои друзья прозябают в тюрьме пришельцев. Не знаю, сколько я еще выдержу. Иной раз хочется просто сигануть в пропасть. Что у вас происходит с пришельцами? Их патрули дронов, та еще напасть. Приходится соучивать маршруты и планировать гонки соответственно. Но участники все равно рискуют. И это подстегивает интерес. Что ты можешь рассказать про гонки? Ты про гонки ном-номов? Не ты один. Я на них столько заркинов зашибал. Если бы мы снова смогли их проводить, это бы взбодрило жителей. Дало нам сил выдворить пришельцев. Я постоянно ищу новых перспективных кандидатов в гонщики. Подозреваю, что их найти нелегко, ведь к вам теперь не попасть. Это уж точно. А еще такие состязания должны проходить под присмотром Шамаза. Поэтому я не могу организовать гонку без...
Так как нам вылечить номномов? Я что, похож на проклятие? Шамазов для зверей не бывает, наверное. Но даже если такие есть, я не из их числа. Хочешь помочь Десану? Найди Заната. А что, без Заната гонки не возобновить? Гонки – опасное занятие. Участники получают травмы. Тяжелые. Нужен шамаз, чтобы их лечить. Но он напился гварлампы, попытался откусить палец пришельцу. Кончилось это плохо. И где же он сейчас? Сидит в тюрьме. Спроси у Брома. Тот знает, где его держат. Когда следующая гонка? Не скоро, если ты не хочешь свалиться с утеса на больном номноме. А где все гонщики? Травмированы или в тюрьме. Но ведь те, у кого травмы, поправятся? Гомок жалуется на свои руки. Говорит, они все в волдырях, потому что приходится долбить колонны. А по мне, так он боится продуть. Тут помогло бы гварлампы, но запасы Драода почти истощились. Нам нужен наш шамаз. Нам нужен Занат. Ты не можешь использовать других животных вместо номномов? Каких, например, кракетов? Это была бы катастрофа. Поверь мне. До встречи, Макан. До скорого! Надул! Ты со мной разговариваешь? Не вижу тут другого Надула. Прости. Ты забавный и странный. Надеюсь, под странным ты имеешь в виду, что я загадочный, обаятельный и симпатичный? Нет, скорее, странным образом забавный. Но это хорошо. У нас в Десане забав мало. Жители согласны, так что давай поговорим. Где сейчас Занат? Пришельцы взяли его в плен. Они лишили нас пищи, лишили достоинства, а теперь забрали у нас и шамаза, чтобы мы не могли лечиться. Это нехорошо. Тем более, что в Десане каждый так или иначе нуждается в лечении. Что с тобой не так? Посмотри на мои руки. Они покрыты волдырями. Я с трудом могу работать. Где тут волдыри? Я ничего не вижу. И, кстати сказать, я вообще не вижу, чтобы тут хоть кто-то вкалывал. Странные вы какие-то, порабощенные рудокопы. Но это я так, к слову. Бром придумал, как оптимизировать процесс и разгрузить работников. Спроси у него. Я пошел. Слейд, ты кого-то видел на месте встречи? Ничего, я просто не успел в срок. Что у тебя произошло? Генерал усилил меры безопасности. Он подозревает, что у нас утечка, и мне надо быть осторожнее. Погоди, еще немного и... Да, готово. Что есть-то? Мне удалось отключить еще одну квантовую ограду. Это было непросто. Отмечу точку на карте. Продолжим разговор позже. Мне нужно уходить и быстро. Отключаюсь. Привет, Драот. Тебе от меня что-то нужно? Лампеты, я от тебя дождусь когда-нибудь. Не вопрос. Лампы уже на подходе. Я говорил с Надулом. О, чем это ты загнался? Я тоже хочу. Чего? Чё за бред ты сейчас несёшь?
Сказал тот, кто общался с соплей. Уважаю, друг. Немного уважения бы точно не помешало. Ты о вашем вожде говоришь? О-о-о-о-о-о! Полегче, полегче, а то меня самого унесет. Ладно, забей. Вы с Занатом друзья? Он хороший клиент. Жаль, пришельцы упекли его в тюрьму. Я по нему скучаю. Для раба ты какой-то не шибко работящий. А почему дроны до сих пор тебя не расстреляли? А, дроны! Так вот, что это такое. А я думал, это все у меня в голове. Ты будешь что-нибудь брать? На службе не употребляю. Мне нельзя распыляться. Уже уходь. Кормили, Бром. И тебе, друг. Надул меня, научил так говорить. А что это значит? Смешной ты. Зачем пришельцы берут таланов в плен? Для чего-то же им это нужно? Я был одним из таких пленников, но я там просидел недолго. Так что не знаю, зачем я им понадобился. Похоже, дроны не отличают одного талана от другого. Да что там, они стреляют даже в гном-номов. Чтобы скрыться от них, мне потребовалось только сменить одежду. Ты с пришельцами как? Пытался, но не смог разобраться в их языке. Они звучат как твон-ха, спаривающиеся в грязевой яме. Эти вопли невозможно забыть. Если тебе удалось сбежать, другие тоже смогут. Ну, не без посторонней помощи. Но мы помочь не можем, потому что если будет хоть намек на бунт... Пуф! Нас обратят огнем с дронов. Слишком рискованно. Но я вижу, ты оружием не обделен. Ты мог бы послужить делу революции и освободить наших. Докажи, что ты крутой перец. Откуда ты знаешь, что я и так уже не крутой перец? Я вообще-то стараюсь. Если каждый пленник запомнит планировку своего аванпоста, мы сможем без труда обнести эти базы. Я возглавлю операцию, и мы поделимся с тобой добычей, если ты нам посодействуешь. Ого, суперспецназ, мне это нравится. Ладно, я в деле. Опять же, хелидий мне пригодится и всякое прочее барахло. Выпусти пленников, и мы ударим по рукам. На каждом аванпосте в Десане есть камера. Освобожденных таланов мы пошлем обратно грабить эти базы. Расскажи мне про белый хелидий. В Десане ты белого хелидия не найдешь. Ну, я не находил. Говорят, он захватывает лучи луны и с их помощью освещает темные места или накапливает энергию. Это самый мощный источник энергии на Адельфе. Ты пьешь гвар лампы? Я и все остальные страдальцы в Десане. Без него нам не выжить. Ты знаешь, где найти гвар-лампы? Становись в очередь. Дроода завалили запросами. Он наш поставщик. Похоже, на дуэл это не тема для разговора. Да что тут обсуждать? У меня уши чистые и говорить не о чем. Как мне раздобыть немного хелидия для себя? Можешь порыться в колонне. Другого способа нет? Ну, если ты готов примкнуть к нашей революции, может, я подыщу тебе награду? Что ты можешь рассказать про Макана? Макан скрашивает нашу безрадостную жизнь, устраивая подпольные развлечения. Еще он помешан на азартных играх. Не спорь с ним на еду, ты все проиграешь. Сколько нужно еды, чтобы накормить весь Десан? Нормальной еды. Это нужно завозить еду через Даоки, как раньше. Но у нас больше нет хелидия, чтобы ее оплатить. Пришельцы все забирают себе. А если зажарить кракетов, которых я настрелял на свалке? Мусорная еда. Неплохая идея. Я отправлю ребят собрать туши. Что тебе известно о хелидии? Все, что про него известно в настоящий момент. Но хелидий скрывает в себе еще много тайн. Я эксперт по красному, зеленому, синему, белому, фиолетовому. Даже знаю кое-что про так называемый темный. Какой тебя интересует?
Расскажи, как тебе удалось сделать так, чтобы у рудокопов появилось свободное время? А, Гамок тебе рассказал. Гениальная придумка. Мы копаем только там, где есть Хелидий, и мы точно знаем, как его найти, так что никому не приходится тратить силы зря. У нас куча свободного времени, но добыча не снижается. Пришельцы ничего не подозревают. Как такое возможно? Таланский спецназ, друг мой. Чем твои спецназовцы могут быть мне полезны? Пока ничем. Им нужно гварлампы, а бочки драода пусты. О чем ты? От гварлампы у нас открывается... Как это сказать? 11-е чувство. Легче всего действовать, когда точно знаешь, где добыча. Драод сможет лучше объяснить, но смысл ты понял. Благодаря этому чутью я смог оптимизировать работы в Десане. Ты чувствуешь, где нужный тебе Хелидий, и идешь прямо к нему. Бум! То есть в обычном состоянии у Талана 10 чувств? Ну, конечно. А у тебя сколько? У меня? Да столько же. Столько же. С чего бы у меня было меньше чувств, чем у вас? Патрульные дроны — это проблема? Это кучка бронированных убийц в небе. Да, это серьезная помеха. Сбивай их, если получится. Это поможет нашему делу. А что известно про темный Хелидий? Ха, темный. Ну, мы тут посмеиваемся про себя. Пришельцы изучают его на своем аванпосте под охраной, как будто это большое сокровище. Если бы они только знали, что это окаменевший зорт. Вот идиоты. Но ведь не просто же так они этим интересуются. У нашего алхимика Драода есть теория, но я с ним не согласен. Наш торчок такого может напридумывать. Темный Хелидий — это просто зорт. И все. Надуул, в смысле Гамок, серьезно тревожится из-за ном-номов. Ты знаешь почему? Гамок и Макан одно время сообща зарабатывали много заркинов. Макан устраивал гонки ном-номов, а Гамок стал одним из первых чемпионов. Теперь ном-номы болеют, поэтому нам не до гонок. Нет гонок, нет веселья, нет наград. Это серьезно сказалось на нашем моральном духе. Ты можешь рассказать про Драода? Драод спалил себе мозги экспериментальными веществами. Он немножко чудной, но ты не смотри. Он один из лучших алхимиков Адельфы и официальный снабженец Акастока. Акасток. Звучит как Вудсток. Хотя я там и не был. Тоже сексуальный фестиваль. Драод настоящий доктор любви. Ты же знаешь Барама из Сапы, верно? Конечно знаю. Как он там поживает? Очень занят. Восстание в Саппе готовит. Придумал отличный план использовать вентилоп, чтобы бомбить пришельцев с высоты. Ему только бомб не хватает. План и правда отличный. В нашей деревне есть все необходимое для изготовления бомб. А тебе самому не приходило в голову применить бомбы против угнетателей? Что бы мы с ними делали? Пинали ногами, как будто играем в футрог? У Саппы, по крайней мере, есть вентилопы, так что мы могли бы скоординироваться за умеренную плату. Это за какую же? Пока рано говорить. Не ставь телегу впереди Тванха. Сначала давай проверим, можем ли мы сделать бомбу, не взлетев на воздух. Что тебе известно о фиолетовом Хелидии? Это был наш главный источник дохода в те времена, когда Прокриана еще была шумным столичным городом. Мы продавали его только воссоздателям, потому что без него они не смогли бы работать. Но пришельцы его тоже за что-то ценят. Кажется, с его помощью они улучшают свои дроны. Так, похоже, захватчики делают из этого вещества нано-батареи. Я находил такие у них на базах. Они бы мне пригодились. Ты не знаешь, где я могу найти вашего шамаза Занната? Когда я угодил в плен, мы с Занатом сидели в одной камере. Я сбежал, но он не осмелился пойти за мной. Остался там. Сказал, буду ждать, когда меня вызволят йоды. Я могу показать тебе, как к нему пробраться.
Может, с тобой ему будет не так страшно? Десану нужен Шамас. Йода меня, в общем-то, для этого и прислали. Ладно, попробую ему помочь. Проснись! Нет никаких йодов! Разве может йод допустить то, что здесь творится? Я не меньше других хотел бы снова обрести веру, но полагаться я буду на себя, если только йоды не пошлют мне какой-то явный знак. Так они это и сделали. У Лукая прислали. Так меня называют в древнем пророчестве. Лихас может рассказать тебе об этом. Да перестань! Улукай! Мне что, 5 циклов отроду? Выходит, ты повстанец и на захватчиков работаешь под прикрытием? Так и есть. Они ничего не подозревают. Мы доставляем Хелиди на их базы, но при этом мы запоминаем расположение дверей, складов и ждем подходящего момента. Хотя один раз я попался. Как это случилось? Меня застукали, когда я пытался вывести из строя дрон. Ох, мне досталось. Я думал, меня обратят, но вместо этого меня посадили в камеру. Что думаешь про пришельцев, которые захватили Десан? Что я думаю? Я думаю, нужно дать отпор этим гадам, пока они всех не обратили. И есть у нас одно оружие. Какое? Скрытность. Я знаю, как незаметно пробраться на их базы. Даже составил в голове карты нескольких аванпостов. Они украли у нас все. Мы можем поступить с ними так же. Обкрадывать захватчиков — это ведь опасно? Нет, если все правильно организовать. На это уйдет не одна луна, но мы полны решимости. И кто эти мы? Больше половины жителей Десана — повстанцы, ждущие момента для атаки. А перед тобой их предводитель. Тебе удалось что-то украсть? Мои ребята уже приступили, но возникла заминка. Как ты считаешь, аванпосты имеет смысл грабить? Только если тебе нужны нано-батареи. И скажи мне, если такую украдешь, чтобы я своих парней не посылал туда попусту. Барам говорил, ты разбираешься во взрывчатке. Ну, я могу взять банку и прицепить к ней систему детонации, но чтобы это была бомба, нужен взрывчатый порошок. Драот как раз умеет такой порошок делать, так что сходи к нему. Скажи, ты говорил со мной и Гамоком, и мы тебе доверяем. Или еще лучше, просто поздоровайся с ним словами «Кармелея, Драот». Он тоже член революционного движения. Расскажи мне про красный Хелидий. Красный? Ладно. Такими кристаллами таланы залечивают сердечные раны. У пришельцев нет ни сердец, ни чувств, так что я не знаю, для чего он им. Мне кажется, чтобы подпитывать оружие и буровые машины. Чем ценен зеленый Хелидий? Мы его растираем, кладем на язык, ждем, когда кристаллы растают и... Бум! Сразу забываешь все тяготы рабской жизни. Что-то мне подсказывает, что пришельцам, в отличие от вас, он нужен не для расслабона. Надо же, какой сообразительный. Я видел, как они вставляют зеленый Хелидий в основание оружейной руки. Их система как-то его обрабатывает. И перезагружается. Для чего можно использовать синий Хелидий? Это зависит от твоей сущности. У каждого талана есть сущность. Ганда, Элуи, Фе или Ка. Насчет тебя не возьмусь сказать. Я, к примеру, с синим Хелидием становлюсь умнее библиотекаря. Однажды я так готовился к экзамену в Прокриане. Сдал лучше всех в классе. Я знаю талана, который пьет его перед походом, чтобы увеличить запас сил. А другой, Ламповар, натирает им... и использует его как половой усилитель для Акастока. Как ты думаешь, а пришельцам зачем он нужен? Ну, я не видел, чтобы они его для чего-то применяли. Они просто загружают кристаллы в большие контейнеры и увозят... куда-то. Не знаю, на свою планету. Может, им нужно много детей, чтобы заново ее заселить? Я уже несколько аванпостов обнес. Нашел там нано-батареи. Молодец! Я отмечу себе, где эти аванпосты находятся, чтобы своих тут... Спасибо, Бром. Я потопал.
Это еще что такое? Эй, что стряслось? Я превратил свой дом в большой бунт. Но Трип оказался... Изложи первоначальный план. Я попробовал новый рецепт с летучим нектаром и... А, зорт! Вот уж гремучая смесь. Смотри, сколько дыма. Ничего не видно. Плотная дымовая завеса. Точно! Драот, а повторить ты бы это смог? Или сделать такие штуки, чтобы их метать, а не дымили? Какой смысл? Дым же не вставляет, братан! Спецназовцы Брома могли бы использовать дымовые шашки для диверсий. Их за дымом не видно. С меня не слезут. Отличная вещь.
давай-ка на выход. Я никуда не пойду, пока йоды не пошлют знак. Слушай, я и есть твой знак. Не веришь мне? Спроси Альмаэль. Тебя прислала Альмаэль? А, спасибо ей, но здесь прекрасно кормят. Я чувствую, грядет отличное улучшение. Какие люди? Кто? Где? Да не дергайся, это всего лишь мы. Катер и Нодуул! Вы с Занатом знакомы? Да. Он избавил меня от волдырей. Я снова могу состязаться. От чего избавил? Ах, да. А пришельцы против гонок возражать не станут? С их точки зрения мы трудимся без отдыха всю луну напролет. Главное имитировать бурную деятельность, когда приходит патруль. Придумка Брома сэкономила нам кучу времени. Хитро. Всего хорошего. Я уже не помню, что такое хорошо. Йоу! Так, это как-то не круто прозвучало. Прости, друг, мне сейчас некогда учить новые слова. Ну, что там у тебя? Да все эти дроны. Они устроили пальбу по ном-номам. Нескольких очень тяжело ранили. Йоды, их побери. Не хочу никого обидеть, но... какие-то они хилые, эти ваши ном-номы. Ном-номы — это мой хлеб насущный. И если ты не заметил, во всем Десане сейчас ни корки хлеба не найти. А скоро, я чувствую, тут не останется и ном-номов. Ладно, тогда я буду сбивать все дроны, какие только найду. Нет, сейчас главное найти способ вылечить ном-номов. Можешь поспрашивать жителей деревни? Сам я не могу. Я тут почти каждому должен зеркинов. Да, а как ты устроишь гонки, чтобы не засекли дроны? Мы знаем их маршрут полетов. Но даже если бы дронов не было, я бы все равно не смог устроить гонку. Я вернул Шамаза, чтобы он мог лечить гонщиков. Что еще вам нужно для гонок на ном-номах? Здоровые ном-номы. Я вернул вашего Шамаза. Это здорово. Хотя я и проиграл паре Брому. Я думал, тебя прибьют. Сколько доверия. Прямо бальзам на сердце. Я по-прежнему ищу лекарства для ном-номов. Ты говорил с Занатом? Он точно поможет. До встречи, Макан. До скорого! Меня рука отнялась! Занат! Помоги! Куда без очереди? Я все вижу! Я первый пришел! Йоды! За работу! Я лишился пальца! Я не могу играть в футрок! Как больно! Вдруг из ниоткуда камень! У меня дырка в голове! Следующий! Молодчина, Занат!
Ты кто такой? Я Занат. Шамас Десан. Я хочу придумать, как лечить ном-номов. Есть идеи? Я могу исцелить Талана. Могу исцелить тебя. Но в отношении зверей моя сущность бесполезна. Прости, кое-кто, может, сумел бы тебе помочь, но... Но что? Он едва ли не худший шамас на всей Адельфе. Его зовут Залеб, и живет он в Сапе. У него особая приверженность животным. Погоди, ты что, обратно в камеру хочешь? Нет, что ты, нет. Хотя, если вдуматься, там было не так уж плохо. Это как? Ты же в плену там был, тебя против воли держали. Да, но зато как там кормили. Что, правда? Роботы готовить научились? Откуда? Они же сами не едят. Не знаю. Я не видел, как ее приносили. Но каждые несколько лун я просыпался и обнаруживал в углу коробку с пищей. Кто-то другой, наверное, ее туда ставил. Не эти железяки. Кто же тогда? В Десане такую еду взять негде. Она была такая вкусная и не похожая на все, что я ел раньше. Назовем это пока что загадкой. Хотя у меня есть мысли. Ты не гонщик, верно? О, нет. Но бывают луны, когда я чувствую себя частью команды. Гонщики часто получают травмы, а я тут единственный лекарь. Сочувствую. Ты будешь и дальше пить гварлампы? Пребывание в тюрьме помогло мне очиститься. И было отчего. Я решил на время завязать. Ты чересчур пристрастился к этой дряни, как я понимаю. Под влиянием гварлампы я натворил много глупостей. Должен быть способ побороть мою зависимость. Я думаю собрать вместе других таланов, оказавшихся в похожей ситуации. И что дальше? Организуем дискуссионную группу, где каждый сможет рассказать о том, к чему его привело злоупотребление гварлампы. Хорошо, когда есть с кем обсудить такие вещи и сообща поискать решение. Я уже предложил Гамоку вступить. Идею он оценил, но его беспокоит то, что это не анонимно. Гамок, как никто другой в Десане, оберегает свои тайны. Анонимные гварлампы-голики. Тут есть над чем подумать. У меня есть предложение. Можно садиться в круг и начинать встречу с того, чтобы каждый назвал свое имя и признал, что у него зависимость от гварлампы. А неплохая мысль. Так и сделаем. Спасибо. Ты не боишься, что дроны тебя тут засекут, и пришельцы снова тебя сцапают? Я переоделся, как посоветовал Бром. Не должны заметить. Нечем дышать. Кармеле, Драот. И тебе, друг. Ты когда-нибудь делал взрывчатый порошок? Не советовал бы его есть. Я и не собираюсь. Бром делает бомбы, чтобы отправить их в Сапу. Осталось наполнить их взрывчаткой. Не вопрос. Революция — это клево, и мы давно переросли революцию цветов. Я созрел для чего-нибудь посерьезнее.
Но для бомб мне потребуются буготы. Что такое бугот? Что такое бугот? Гриб такой! Ты чего? А, и еще нужен темный хелидий. Причем много. На этот счет поговори с Бромом. Он будет жаловаться, но ты просто скажи «надо». Ой-ой-ой. Мое новое творение подействовало. У меня рот не сползает с лица? Мама дорогая. Жители Десана изголодались. Ты можешь накормить их своими растениями? Местные растения не очень питательны. Все, что я смог придумать, это гварлампе. Вот оно помогает. Никто с голоду не обратился. И где мне искать буготы? Они растут в лесу к югу от Эмеи. Но эти грибы взрываются, чувак. Так что смотри, не топчись по ним. Ты говорил, что знаешь, как изготовить дымовые шашки, которые я у тебя просил. Да, да, дымовые шашки. Почти все ингредиенты у меня есть. Не хватает только летучего мептара. А мне нужен свежий, а он долго не лежит. Сгоняешь за ним? И буготы. Чем больше буготов принесешь, тем лучше. Ты говорил про летучий мептар. Что это еще такое? Это овощ, который растет на вершине северо-восточной колонны. Срезанный мептар быстро теряет свои питательные вещества. Так что тебе нужно будет лететь сюда на всех парах, иначе останешься ни с чем. Ты можешь рассказать про Макана? Макан такой ограниченный. Он просто не догоняет. Его тело и разум очень близки друг к другу. Чересчур. Мне кажется, так оно и должно быть. Тогда вы с Маканом подружитесь. Ваш Шамас Занат вернулся в целости и сохранности. Круто, чувак! Люди приходили ко мне за средством от боли. Но как только действие растений выветривается, болеть начинает в два раза сильнее. Ну, теперь-то он опять начнет всех лечить. Судя по всему, в тюрьме сейчас живется лучше, чем в Десане. Я смотрю, он здорово располнел. Возможно, пришельцам здесь нужен не только хелидий. Они хорошо обращаются с пленными, потому что рассчитывают что-то от них получить. Таланов обращают направо и налево. Я не думаю, что это вызвано проблемами коммуникации. Мне нужно узнать у тебя про бомбы. Тебе какого размера? У меня есть на любой вкус и цвет. Что, правда? А, погоди, ты про бонги говоришь, а не про бомбы, да? Да. Я попробую раздобыть тебе летучего мептара. Я знаю, это непросто. Как сорвешь его, беги ко мне со всех ног. Тебе нужны еще буготы? Ага. Рано или поздно они мне понадобятся. Спасибо. Ладно, еще увидимся. Увидимся и не раз, друг мой.